Здорово, ребят, с вами Мистик и Лагерь, наконец-то, здорово, братец. Да, здорово, как я тебя давно не видел, как рука, привет, как этот, успевал. Ну видишь, вот дергать, нормальная моя рука, вот может тебя пнуть немного в нос. Нет, я тебя могу пнуть, слышь, ты. Так, тихо, у меня... Ребята, короче, здорово, мы будем сегодня проходить карту от подписчиков, так. И вы, наверное, меня спросите, Мистик, где ты был? У меня рука была сломана, как вы помните, и до сих пор гипс не сняли, нет, но я такой подожди. Думаю, черт, пора снимать, что? Меня интересует другой вопрос, почему у тебя не, плащ? Не, я в морду дам. Какой плащ? У тебя есть плащ? В смысле, у меня нет плаща? У тебя есть плащ? Ты что, дурак, что ли, Лагерь? Ты что, не видишь на себе плаща? Наркоман, не, наркоман. У меня нет плаща. Тут палка-давалка. Лагерь, тут палка-давалка, возьми ее и скажу, зачем потом она. Спасибо. Я уже понял, я уже понял, зачем она, да. Короче, давай, тыкай, давай, везде просто тыкай, сколько здесь кнопок. Все то же самое. Калибровка. Калибровка, 75, это что за... Олег, какой Олег? Я Мистик, а ты кто? Да подожди, мы же не на все кнопки нажали, господи. Лагерь, мы что-то о тебе не знали, ты Олег и ты молчишь. Я не Олег, дверь заперта. Ты уверен, что нужно идти туда, где ловушка? Вот к черту, почему дверь заперта. Компьютер, открой дверь. Компьютер не получается, она мне не поддается. Лагерь, в чем твоя логика? Смотри, здесь у нас дверь с ловушкой, да? А здесь у нас дверь просто... Так не с ловушкой. Нет, это ловушка! Ты прочитай, там чат появился. Не, это не... Это, короче... Учись доверять дверям. Медвежий. Пока ты не научишься... Не хочу доверять дверям, они плохие. Пока не научишься доверять дверям, ты не будешь... У тебя не будет спасения. А чей это дом? Твой или мой? О, смотри! Мы сюжет не прочли. Тут получеловек по полускелет. Какой сюжет? Это же твоя сиська. Где? Да, справа, слева? Справа. Типа, не вижу приблизительно, ну ладно, я тебе доверюсь. Слева не особо, типа. Братан, я так давно в Майнкрафте не был, что я тебе доверюсь, потому что я там ничего такого не вижу, ну ладно. Смотри, я зашел в машину времени, нам надо сюда или что? Иди или, туда, ну, иди туда, если тебя временет, то не, я братан, тебя ты, конечно, я все понимаю, но я лучше... Да подожди, сыкло! Тут подзорная труба, которую это нельзя не, использовать. Это не позорная труба. Алло, алло, я... Позорная. А я не могу сюда запрыгнуть. Это все, короче. Хорошо, убедил. Тут у нас тупичок. Ладно, пошлите тогда сюда. Что у нас машина времени умеет? Ну-ка. Машина времени... Отправить нас в будущее, отправить нас в прошлое, отправить нас к динозаврам. Отправить нас к динамиту. Братан, мистер Мистик. Я мистер Мистик, теперь я не просто Мистик. Ребята, вы это, кстати, лайки поставьте. Меня давно не было. Я давно не выпрашивал лайки. Я разучился. Попрошайка все, я Ютуба вернулся. Я тебя поддержу. Попрошайки дальше, наконец-то. Так, слушай, у нас есть три варианта. Будущее, в прошлое, к динозаврам. Типа, смотри, ну что, давай начнем с первого, с будущего. Я хочу к динозаврам, да, го к динозаврам. А, да пошли к динозаврам! Кто-то перехватывает мой канал. Не могу вас перенести в это время! Чёрт! Мистик, я опять Мистик. Это сделал? А, это ты. Мой канал перехватывает, бип. Лагерь, это уже не я, оно само. Сейчас вас телепортируют в неуказанное место в неуказанном времени. Бип! Мистер, страшно. А что если сейчас бабахнет? А хотя... О, это ж хорошо наоборот будет. Лагерь, ты был хорошим другом. Всплакивает. А как мне всплакнуть-то на микрофон? Сойдет? Хорошо всплакнул. Скажи, хнык-хнык. А почему мы на дереве? Потому что мы с тобой плоды. Нет, ты читай в чате. Это дерево Майнкрафтеров, братан. Ты дубина. Гарри! Братан! У него сюрикен. Сюрикен. Сверху. Это не сюрикен, это такой топор. А, сверху. Ну, сверху, да. Сверху есть такое. Так, смотри, нам даже показывают, куда нам нужно идти. О, здесь у нас есть задание, по идее. Гендальф вас ждет в здании. Направляйтесь туда по специальным блокам. Это, наверное, они лагерь. Нет. А может, специальные блоки, это наоборот обычные блоки. А, и нас да дурят, смотри, и нам нужно идти. Смотри, вот эта стрелка шпион, короче, она показывает, что надо идти направо. Ну, это стрелка-дебилка называется. Она неправильно указывает. А всё, вот пошли стрелки, сюда. Куда я знаю, а это стрелки... Офигелки. Фиг их знает. Короче, пошли сюда, братан. Тут Гендальф! Тут Гендальф! Стрелки-давалки, стрелки-офигелки. Что происходит? Это нормально все. А нам говорят вообще наверх идти. И вернулись к нам. Ярик, что ему ответить? А, чё читать-то? Да, а это ты взломал нашу машину времени. О! Спасибо большое. Мы выполнили задание, Гендальф. А, мы еще ничего не выполнили. Мне еду дали, прикинь. Что делаем-то, да или вопрос? Давай вопрос зададим. Я немного не знаю. Но для этого есть веская причина. Да блин, хакер хренов, ну какая причина-то? Что хакер, а это кто или что? Забудь, давай говори причину нашего возвращения. Ну так вот, кто меня ударил? Лагерь, это ты что ли? Я не понял. Нет. Ты чё?
Как я мог тебя ударить, если меня там даже нет в комнате? Братан, ты как бы написано в чате вместе был убит лагером. Это не важно. Козлина, мы с тобой не договорились с ним. О, вы нашли меня по беспалевной дорожке. Завершено. 40 монет мне насыпали за беспалевную дорожку. Ура, ребята, это самый простой квест нашей жизни. Это, кстати, крутой квест был. Она делайте почаще такие квесты, мне нравится. Просто подошел, деньги забрал со старика, да, и пошел себе гулять нормально. Ладно, поднимайся наверх, у нас тут еще есть стрелочки. Так, где... О, броня! Выбирай, какую ты будешь. Я уже выбрал. Мне вот это нравится, какая-то морозная. Что? Хакер, а кто или что? Забудь, давай поговорим, начнем с нашего возвращения. А ты снова начал с ним говорить, погоди. Да, ну так вот, позвал что, опять сюда говорить, не... он позвал нас сюда не просто так. Появилась новая проблема, и только вы можете нам помочь, ведь моя магия слаба. А я помню, как вы победили того монстра. Ярик, мы победили кого-то, прикинь. Вот это монстр был сильный. Братан, наверное, монстр был этот таракан. Воздушный шарик какой-нибудь. Да, что такое. Ведь моя магия ослабла, я помню, как вы победили того монстра. А, это уже было. Да, его называют Гэндальф Серый, и он хочет уничтожить меня и получить эту деревню себе, а на это есть своя причина. После того, как мы победили монстра, ну или как же вам удобнее Визера... А, это был Визер, мы смогли это, получить да, это свои богатства было, обратно. Я так понял. Да, о, да. О, мои богатства! И он решил забрать их да, себе. Да, правы. И он сейчас прячется в лесу в своем домике. Идите отомстите ему! Затем верните ко мне сюда, да не и отдайте мне его в посох. Хорошо. Я уже сказал хорошо, отстань. Так погоди, а мы ж выполнили задание, что теперь делать? Нет, все, я сказал момент. Хорошо. Но теперь эти ну, ладно, поднимемся пошли. Наверх, возьмите а мы наверх броню будем? И волшебный яблок. Это как раз вас дал больше, чтобы они понадобились. Нам надо. Смотри, какой конечно. Красавчик я! Ты че? Да я ж видел. Во мне ничего нового. Ты же в титре. Что у меня новое? Прическа или что? Давай, что у меня ты новое? Ты же в титре заметишь? Ко мне влез, сволочь. Братан, же, ну, пос, ну посмотри. Ну посмотри. У тебя плащик новый. Да плащик. Да нет, у меня плащика. А, да это туалетка тебя... просто застряла, понимаешь? Я какал долго. Так, ладно, что у нас здесь? Остальные вещи. Нужные вещи. О! Я все заберу, братан. Не вопрос. Слушай, да а не... эту штуку, что с ней делать? Давай, может, ее это, ломанем немного? Какую? Спыру просто! На! А, это просто меч нужно забирать? Или ну, ты можешь взять с нее меч, если хочешь. Мифриловый меч на 7 урона. А у меня есть круче, у меня есть на 10 урона. И такая же скорость атаки. Че, тебе нужен этот меч? Разве я похож на чувака, который нуждается в мече? Мне кажется, ты похож на чувака, который нуждается... Вперед! Слышь, надо тут сосаники. Я не придумал. Я, знаете, я сидел такой, думаю, ща как шутку выдам. Как все захихикают, аж упадут. И что-то пошло не так. Что-то всю жизнь идет что-то не так. Состарился мистик, все, шутки закончились. Извините, сегодня шуток не будет, ребята. Погоди, стоп, нас дурят, нам говорят обратно идти. Да какой обратно? Куда? Ты... Куда да не по стрелкам иди. А, погоди, братан, нажми на паузу на секундочку. Окей. Братан, уже ночь наступила. Да делать? Ты пока отвлекся. Ты пока отвлекся, да там все прошло. Господи Иисусе, все потемнело. Что произошло, вперед. Братан? Пошли не по стрелкам. Я не узнаю это место. Тут да пошли не по стрелкам. Все да, нормально, пошли. Иди сюда, здесь будет злой Гэндальф. Ты уверен, что нам нужно идти не по стрелкам? О, тренировочный лагерь. Ты тренировочный лагерь. На тебе будем тренироваться, будем двигать. Он говорит пиу-пиу. Пиу-пиу! Пуф! А, странно. Это стреляться, смотри. Ну-ка. Ты не убей его на только. Нафиг. На нафиг. Да не, кого убивать, погоди. Тихо. Изи! 4 из 4, братан. Это значит, да что погоди. Я круг? Сейчас я замучу. Что там где? Давай, тут будет теперь 5 целей. Стреляй. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Ола! А эта цель двигается! Не, это не мастер называется, братан. Ну ты проиграл. Я попал в последний. Выход закрыт. Выход только для тех, у кого 5 из 5. О, все, проходите. Да тут это уже 6 из 6. Так, слушай, там сказали, что темный Гэндальф в лесу. Как ты смотришь на то, чтобы вот это лес? Мне кажется, немного это не лес. О, Гэндальф. Видимо, это тот или нет? Да я не знаю, но мне кажется, это я не думаю, что на этой карте несколько Гэндальфов, да? Так, слушай, мне кажется, нам надо сюда, но не таким способом. Ну да, нам явно не таким способом. Пошли в лес тогда. Пошли. А ты точно помнишь, что он в лесу? А то я что-то пропустил, что ты там говорил, я твои, твой голос не... Да, я просто... Ты меня часто обижаешь, и я тебя решил не слушать. Да не, забей, я просто предположил. Ты что, думаешь, может что-то быть? А, да, Гэндальф будет в лесу. Ну ладно, окей, так, пошли в лес. Вообще-то не просто Гэндальф. Пошли по стрелкам.
Не просто Гэндальф, а темный Гэндальф. А темный Гэндальф. А вообще не темный, а вообще-то серый, раз что-то пошло. Серый Гэндальф. Ну и ладно, слушай, тут какие-то пацаны сидят. Давай. Росомаха и циклоп, нифига себе, мне кажется. Пацаны. Мне кажется, они попутали карту. Слушай, тут везде получеловек, полускелет. Что-то странно. Вот карта тупо попутана ребятами, короче. А зачем мы вообще идем наверх? Мне кажется, да здесь... нет. Нам нужен Гэндальф, братан. Мы с тобой теряемся. Мы здесь были, ты помнишь эту смотри, карту, да? Тут битва. Не, я не помню. Ну, в смысле, сами строения эти? Не, ну, типа, вот это вот все было уже, типа. Ребят, просто. Да, но сюжет был другой. Да, был другой сюжет, и вот этих ребят. Ну, то есть это все-таки другая получается карта. Ну да. Так. Мои когти самые про. Да пошел он вон. Так, нам точно сюда. Слушай, тут вот еще стрелочки. Гриффинов. Помнишь Гриффины? Вот это вот было, вот это вот Гриффины. Да, что-то было. Пекарня Симпсонов или лесопилка? Нам о, сюда? смотри. Ох, сколько типов-то! Здорово! И всех тыкать, что ли? Идите продам картошку. Сюда. Идите сюда, потом узнаете зачем. Ага, к жителю надо подойти. Это митинг! Отошел. Я не могу сквозь них пройти, Ярик. Братан, это митинг, понимаешь? Я на митинге. Ими даже не поговорить. Ну все, давай не будем участвовать в митингах, а то загребут нас с ними. На окей? 15 секунд. Ой, там смотри, там мини-крипер сидит. Какой классненький, слушай. Да, он да. Он да, такой. Да. Слушай, вперед. Ну ладно, пошли тогда дальше просто по стрелочкам, потому что они нас прямо пока ведут. Да, они иногда назад показывают, если ты будешь идти но по стрелкам. Ну и чё, пойдешь... слушай, ну как говорится, никуда. Доверяй, но проверяй, но тут просто мы пойдем прямо. О, у меня есть яйцо, лагерь, нужно? Пух, да, у меня тоже есть прям. Яйцо. Ну, у меня что? Их даже три, для баланса я кину пары. Ой, тут смотри, еще одна ловушка. Так вот, дом Гэндальфа серого, пошли найдем. А, кстати, почему мы думали, что он Гэндальф темный? Я же сказал серый. Потому господи, что ты расист. Иисусе. Не, я помню это, но ты же расист просто получается. Нет, это бочка! Ты расист. Верстак плотника. Так, погоди, Гэндальф в плотнике, что ли, заделался? Нет, все, я тебя закрыл там. Оставайся там. Братан, мне кажется, Гэндальф что-то мутит здесь. Что-то, ладно, его... да? Что-то у него дом какой-то, не этот. Ты не ссы, если ты его увидишь, кричи мне, так, я ему слева, справа. Где же он? Ярик, его нема. Официально заявляю, его нема. Так еще и смотри, в ящиках все пусто. Мне кажется, он все, уехал куда-нибудь. Мне кажется, он умеет, блин, читать мысли. Да, братан, ты тут упадешь-то с окна, ты че? Влазь. Да в смысле упаду? В братан, смысле? Влазь, да ты... Ладно, ну, ладно, ты... ладно, убедил, пошли вниз. Пока. Ну ты должен был посмотреть, что я лег такой, типа, ты не посмотрел. Я сейчас жахну, я отвечаю, сейчас жахну, сейчас взорвусь. Сейчас, дом разлетится. Не надо меня жахать, пожалуйста. Слушай, тут только нам написали то, что здесь нету Гэндальфа серого, и ничего не изменилось. Может, все-таки наверху что-то нужно было сделать еще? Да, мне... Что-то слишком много, погоди, текста появилось. Ловушка. Но вот вы в катакомбах. Это тут будет, можно сказать, основным уровнем. И на него я угрохал больше всего времени. Это что-то типа лабиринта, но с головоломкой. Если это, конечно, можно так назвать. Объясняю, вы должны найти проход и при этом найти к нему открывашку. Даю подсказку, проход у вас под носом. Ну, удачи и, кстати, посмотрите на реализацию. Я старался. Читай. Мист, куда мы попали? Я не знаю, но по строению похоже на катакомбы. И мне кажется, что Гэндальф серый где-то тут. Давай же найдем его, братан, ищи под носом. Вперед! А под чьим носом искать-то? Слушай. Ой, я снова текст. Да хватит текст тыкать. Не нужен. Да, да. Иди текст, туда. Хорошо. О, иди... карта. Ты не в ту сторону сокровища. Катакомбишь. Иди слышь, в ту сторону. Может, ну его нахрен это карта прохождения, тут сокровища. Я в тебя сейчас понесу. Нам все нужно не... пойти на. Понял, иди в ту сторону катакомби, иначе я тебя сейчас прикончу. Ты если что там это, ори. О, тут это Серега висит. Да что ты начал? Ты начал я орать ему пощекочу. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я пощекотал Серегу. Нормально. Ярик! Тут написано, возможно, тут проход, но вы должны открыть его. Я нашел выход. Выход нашел. Ну ты выход нашел, а мне осталось только найти отмычку, да? И возможно, эта отмычка будет где-то здесь. Да что так много трупаков здесь, братан? В смысле трупаков? У меня вообще ни одного не было. Я, видимо, выбрал более... У меня не везде. Они тут все, не какие-то у меня всего лишь виселица без головы. Все нормально. Но они какие-то неживые у меня. У тебя живые? Нет, у меня вот... Братан, я потерялся. Чуть-чуть умертвлен. Я уже иду обратно, понимаешь? О, я тебя нашел. О, привет! Здорово. Ты поворачивал сюда налево или нет? Я не знаю. О, наверх путь есть. Ты наверх поднимался?
Возможно, тут проход, но вы должны его открыть. Да, я проход тоже нашел, как и ты, но нам нужна теперь отмычка. Где ее найти-то? Слушай, все, я все катакомбы облазил. Все, типа, знаешь, может быть, как в пиле, просто у тебя в желудке ключ. А ну-ка, давай сюда свой желудок. Да если он сказал под носом, правда, там в переносном смысле. Не, под носом он... О! Давай купаться голышом. Я ничего не бачу. Нет, стой, что-то не так. Мы где-то что-то должны были заметить, но мы слишком тупые, да, чтобы заметить. Но нет, или да. Давай просто кричать. А, спасите! Помогите! Помогите! Давай я выстрелю далеко вдали и... О, вот это ты, да, далеко выстрелил. Давай еще раз обойдем эти катакомбы. Нам сказали смотреть под носом. Значит, возможно, будет что-то внизу. Слушай, тут гроб какой-то. Ты видел гроб? Да, со скелетом. Да. Я нашел кнопку. Поздравляю, вы нашли открывашку! Все, у нас теперь, по идее, открыт проход, да? Ты нашел под носом? А я просто шел... Ну, там справа была кнопка, короче. И я такой, опа, здрасте, кнопка, и нажал на кнопку. Гениально. А мне такие, опа, вы молодец. А я такой, чё, ну ладно. Гениально. Нет, па-бам, мы ещё в одних катакомбах. Ну-ка, что нам... Ой, лагерь мне дали, не понял. Ну вот, в катакомбах тут можно сказать, что снова на уровне... Здрасте, нам чё, драться, чей поговорить надо? Шёпотом, ты давай скажи мне шёпотом. Вон, смотри. Да в чате. Это Гендальсер. А, в чате писать. Да я вижу. Вон, смотри, это Гендальсер. Я что-то и читал. Я хочу жопа. Слушай, погоди. Стой на месте. У тебя сейчас сзади факелы, как будто бы ушки красивые. Гы. Ладно, давай сражаться, слушай. Да он зеленый. Надо поговорить сначала. Ё-моё. Приветствую вас, Мистика Лагер, спасители нашего народа. Здравствуй, Гендальсер, или, как странно, ты какой-то добрый. Что? Давай, странно, ты какой-то добрый, я хочу добрый. Давай. В смысле добрый? А я должен быть злым? Да, Гендальф нам сказал, что ты хочешь завладеть всеми богатствами деревни. Какой? У меня не видно. У тебя видно? Да. Как? Чё там? Чё там? Гендальф... Богатство в деревне Хиллстон и ему самому. Ладно, я понял, хорошо, дальше. Что? Как он посмел? А, кстати, можно же нажать. Что? Деревня, актерская Хиллстон, игра! Спасибо! Что? Да как он посмели? Ой, он, да, посмел. Да. Или как он посмел? Или, стойте, я, догадываюсь, почему. Лагерь в атаку. Давай бей его, погоди, чё... Чё произошло? Нам едали серого, это, палками бить, или белого? Так, я подожди. Он стал красным! Пошли, открой дверь, пожалуйста. Спасибо. Да не, подожди, ну что, как я говорил, когда да в кого ждать? Времени... Поехали! Нечего ждать-то, братан, нечего ждать-то! Ты понимаешь, что... Яблоки, хавай, хавай яблоки, зачем тебе яблоки дали? Да какие яблоки-то, я даже не знал, что это... Братан? Мистик и сушон. Мистик, нормально все с мистиком, сейчас мистик яблочко-то съест, и все будет шикардосно. Мистика не было полгода в Майнкрафте, еее, мистика и сушили. Мистик разучился уже играть, но слушай, мы его почти того... Левой пятой. Давай, кончай! Да, блокируй выстрелы его. Блокируй выстрелы. Не хочу щитом. Я блокировать выстрелы. Зачем я его просто бить буду? Я же супер сильный. Слушай, опа! Здание не двигаю о себе алмазный посох, слушай. Слушай, а вдруг, вдруг он ни в чем не виноват, и мы его убили? Супермен! У тебя маны нет, чтобы запустить. А, точно. Блин. Что по мане? Ладно, ребят, короче, на этом, наверное, мы с вами закончим эту серию. И если вы прям, ну, много лайков нам понаставите, то так уж и быть, завтра у нас еще один видосик будет. Так что не ленитесь, ставьте свои лайки. А с вами были Мистик Лагер, всем удачи, до новых встреч, пока. Пока-пока. Пока.